полное описание и точная дата выхода 13 серии 3 сезона сериала «Девушки с Макаровым». 13 серия сериала выйдет на ТНТ 10 ноября. В новой серии мы увидим, как Макаров вынужден весь день провести с журналисткой, потому что при ней накричал на Вербу, и доказать, что это был единичный случай, и такое больше не повторится. Синицкая приезжает в гости в отдел, чем вызывает злость у Туркиной. Попова встречает старую знакомую, которая когда-то побеждала ее в боксе, и решает, что пора взять реванш. Дежурный и Жилин делят подарок, выигранный в лотерею. В итоге уходят у большой минус. Напомним, 13 серия сериала выйдет на ТНТ 10 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.